Новороссийская десантная операция длилась 6 дней. Подготовка началась еще в августе. Необходимо было освободить Таманский полуостров полностью. Новороссийск был ключом немецко-румынских войск. Город находился в оккупации уже год, и противник тщательно укрепил на этой земле свои позиции. Советское командование Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота понимали численность и силы врага, а также помнили неудачную попытку взять город в феврале 1943-го. Атаковать противника решено было с трех сторон – с малой земли Туапсинского шоссе и высадить десант с моря прямо в Новороссийский порт. Высадили 10 сентября. Противник частично сорвал первоначальный план операции. Вместо единого плацдарма создали два. В ночь на 11 число советские войска взяли у врага цементный завод «Пролетарий». Это был один из самых сильных узлов в обороне на побережье. Следующие два дня бойцы Красной армии выбивали немцев из занятых зданий. После неудачных попыток прорваться по побережью к Новороссийску, войска 18-й армии нанесли удар с северной стороны. Десантники бились, пока полностью не освободили город. Со стороны цементных заводов наступали бойцы 55-й гвардейской стрелковой дивизии. Утром 16 сентября 1943 года полностью освобожден Новороссийск. Противник покинул территорию. Немцы оставляли бойцов, оружие, технику. После операции 21 воин был удостоен звания Герой Советского Союза.